Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Также напоминаем, что в зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе на мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за понимание. Московская филармония представляет концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра. Начинаем первое отделение. Гектор Берлиоз. Характеристическая увертюра «Римский карнавал». Сочинение 9. Исполняет оркестр, дирижер Туган Сохиев.
Ференц Лист. Концерт номер 2 для фортепиано с оркестром «Ля мажор». Солист Александр Конторов. Дирижер Туган Сохиев.
Thank you.
Уважаемые дамы и господа, мы просим вас проявить заботу о здоровье всех слушателей. Пожалуйста, не снимайте маску до выхода из здания. Находясь в фойе и других помещениях филармонии, соблюдайте социальную дистанцию. Пожалуйста, следуйте указаниям капеллинеров. Благодарим вас за содействие. Будьте здоровы! Уважаемые дамы и господа, мы просим вас проявить заботу о здоровье всех слушателей. Пожалуйста, не снимайте маску до выхода из здания. Находясь в фойе и других помещениях филармонии, соблюдайте социальную дистанцию. Пожалуйста, следуйте указаниям капеллинеров. Благодарим вас за содействие.
Уважаемые слушатели, через несколько минут в нашем зале зазвучит живая музыка. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в самый важный момент ее не прерывал звонок вашего мобильного телефона. Выключите его прямо сейчас. Мы также просим вас не использовать аудио, фото и видеотехнику, чтобы не отвлекать артистов и других слушателей. Благодарим вас за внимание.
Уважаемые слушатели, вновь убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. В программе второго отделения концерта. Николай Римский-Корсаков, «Шахерезада», симфоническая сюита по «Тысяче и одной ночи», сочинение 35 в четырех частях, «Море и корабль Синдбада», «Рассказ царевича Календера», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник», «Море», «Корабль Синдбада разбивается о скалы», «Заключение», исполняет Российский национальный молодежный симфонический оркестр, дирижер Туган Сохиев. Thank you.
Thank you.